Народ, всем привет! Вы находитесь на канале MadGeek, и сегодня я расскажу вам, как сбросить ваш смартфон Honor к заводским настройкам. Итак, поехали! Итак, для начала нажимаем на настроечки. Здесь опускаемся в самый низ, пункт «Система», далее пункт «Сброс». Нужен нам именно третий подпункт «Восстановление заводских настроек». Остальные два скинут либо настройки, либо сетевые, но сам смартфон полностью не очистит. А вот третий пункт как раз-таки это и сделает. Нажимаем на него. Ознакомливаемся с информацией, сбросить настройки телефона и еще раз подтверждаем, что мы их хотим сбросить. Все, происходит удаление всех возможных файлов, аккаунтов, синхронизации, контактов, ваших фотографий и так далее. В общем, телефон будет в изданно-заводском виде. Если же у вас стоит пароль системы, либо пароль аккаунта, он, конечно, потребует их ввести, их нужно обязательно помнить. Все, всем спасибо за просмотр инструкции, должно вам это помочь, особенно перед продажей. Лайк, подписка, колокольчик. Все, всем пока!